предыдущей лекции вы знакомились с темой моих книг и очень кратко был затронут вопрос эзотерического представления нашего мира. В этой лекции будет наиболее интересная тема для каждого из нас. И, конечно же, это наше с вами видение человека, но наиболее интересным, безусловно, является эзотерическое представление человека и его, назовем так, конструкцию, его создание. Поэтому эта лекция будет посвящена самому главному для каждого из нас. Это мы сами. Я имею в виду человек в его эзотерическом представлении. Каждый из нас когда-то слышал, да и сам упоминал всем известные термины «душа», «дух». Но мало кто отдает себе отчет о смысле употребляемых терминов. Зачастую в разговорной речи мы употребляем слова, не задумываясь над их внутренним содержанием. Эзотерика же рассматривает каждое произнесенное или написанное слово как код. Этот код воспринимается нашим подсознанием и вызывает определенные ассоциации или образы. Хотя об этом люди знали очень давно и использовали это свойство нашей психики для заговоров, лечения, да и порчи. Но исследования этого феномена академическими науками только начались. А эзотерические науки это положение уже многие тысячи лет принимают как аксиому. Поэтому в настоящем изложении, если считать его эзотерическим изложением, применяемые термины будут употребляться в соответствии с их значением, с их кодом, который воздействует на наше подсознание. Но вначале, прежде чем мы будем рассматривать человека, познакомимся еще с одним основополагающим принципом, который используют все эзотерические науки. Третий принцип – семеричный ключ. Это означает, что весь наш мир построен на принципах семеричности. Если мы посмотрим на физический план, то есть на вещественный мир, который нас с вами окружает, то можно привести такой пример. Известный всем нам разложенный спектр белого света. В результате разложения его призмой мы имеем 7 цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Каждый из них существует самостоятельно, имеет свой отличительный цвет, но объединенные вместе в строго определенных пропорциях, они дают белый цвет. Такое разложение мы называем радуга, то есть ра-дуга. В божественном пантеоне солнце всегда обозначалось божеством, которое имело название Ра. Поэтому ра-дуга – это дуга бога Ра, то есть дуга солнца. Ну, мы же знаем, почему ра-дуга – дуга, потому что перед наступлением дождя или после дождя, если светит солнце, мы можем наблюдать эту радугу в естественных условиях, в небе, и все цвета составляют некоторую дугу. Поэтому солнечная дуга и есть радуга. Вся красота окружающего мира, которую мы имеем возможность созерцать, обязана именно этому семеричному принципу. Или пример из другого вида человеческой деятельности. Возьмем музыку. Наслаждаясь любимым произведением, мы и не задумываемся, что в основе такого наслаждения лежит все тот же семеричный принцип. За основу разделения семеричности всего звукового диапазона
лежит различимость человеческого уха, его градация этого всего диапазона, но в данном случае средней части всего диапазона. Эти звуки названы основными. Мы их называем нотами. И семи этим основным звукам или нотам мы присвоили название до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Обозначаются эти звуки определенными знаками и используются для написания музыкальных произведений. Разнообразное сочетание этих знаков, а соответственно и звуков, дает нам неимоверное количество музыкальных произведений, которые также являются кодом, но более высокого порядка воздействия на наше подсознание. Или пример из совершенно другой области человеческого существования. Возьмем, например, психологию. Исследования в этой науке также подтвердили семиричный принцип. Наиболее комфортно работается человеку в коллективе, состоящем из семи человек. В психологии этот эффект называется числом Мюллера. Почему-то именно такие коллективы, состоящие из семи человек, работают наиболее продуктивно и оптимально, и человек чувствует себя наиболее комфортно в производственной, в рабочей обстановке. И таких примеров можно привести множество, начиная от окружающей природы, то есть физических явлений, и любого вида деятельности человека, и его, как я уже говорил, психической деятельности. По такому же принципу семиричного деления устроен весь наш мир. Он также имеет 7 организационных своих структур, которые в эзотерике называются эонами. Об этих уровнях, об этих эонах речь будет идти дальше. А сейчас мы вернемся к человеку. В плане семиричного деления не является исключением и человек. Он в эзотерическом представлении также имеет семиричное строение. Хотя мы все знаем и нам рассказывали религии, и некоторые называют это троицей, в некоторых религиях называется это деление, что человек имеет тело, душу и дух, то есть троица низшего порядка. Однако в эзотерическом толковании человек состоит из 4 аспектов и 3 лучей сущности. Каждое из этих подразделений имеет свои названия. Эти аспекты и сущности объединены в единую конструкцию взаимодействиями поля жизни и силами вещественного мира. Именно такую конструкцию мы и называем человеком. Увидеть ее в полном объеме сейчас невозможно. Даже самые современные приборы не в состоянии нам показать всю семиричную структуру в ее градации, в ее семичастном делении. И никакими физическими опытами мы не сможем обнаружить все 7 градаций человеческого существа. Остается только один путь все это узнать. Это последовательное изучение эзотерических наук, которые дают нам возможность познать самих себя. Но если это нельзя увидеть все одновременно, то на рисунке мы, конечно же, можем это изобразить. Вот перед вами на рисунке семиричная структура человека. В данном случае на этом рисунке изображено законченное создание, прошедшее все этапы эволюционного развития. Такое создание называется человек духовный. Кстати, все используемые здесь названия имеют непосредственное определение. То есть это человек, обладающий развитой духовной составляющей.
человек духовный. Как видим, такой человек духовный состоит из семи так называемых тел. Почему я говорю так называемых? Потому что мы называем телом только свое вещественное тело, которое мы видим. А здесь телом называется совокупность определенных материальных структур, выполняющих свои функции по обеспечению жизнедеятельности. Из этого определения следует, что наше вещественное тело – это всего лишь совокупность частиц вещества, выполняющих свои функции. Итак, как видим на этом рисунке, семь тел человека духовного, они имеют свои названия. Первое тело – вещественное тело. Второе тело в эзотерике называется дух жизни. Следующее тело имеет название зеркало тела. Следующее называется носитель желаний. Далее тело разума. Шестое тело называется человеческий дух. И седьмое тело эзотерики называют жизненный дух. С каждым из этих тел мы будем дальше знакомиться поближе. Но сейчас для того, чтобы мы поняли суть изложенного здесь материала, мы должны рассмотреть еще одно создание. Дело в том, что в процессе создания и эволюции человека появляются некоторые промежуточные звенья, которые обладают законченными жизненными функциями в плане обеспечения себя жизнедеятельностью в пределах нашего вещественного мира. Такое создание называется человек мыслящий. Известно, что восточные учения первого человека называют ману. Библия, как мы знаем, назвала его Адамом. Но я считаю, что более приемлемое в этих лекциях название будет использовано именно ману. То есть это первый человек. А соответственно, ману-мыслитель – это уже более развитая ступень этого создания по сравнению именно с самим ману. Но в эволюционном плане это создание еще не закончило свой цикл развития, поэтому имеет не семеричную структуру, а пятеричную. То есть в этого создания всего пять тел. Оно еще не прошло полный цикл накопление и создание этих тел. На этом рисунке вы видите такое создание, которое, как я сказал, называется ману-мыслитель. Его пять тел имеют те же названия, что и мы рассмотрели у человека духовного. Первое тело называется вещественное, то, что мы все с вами видим, ощущаем. Следующее тело называется дух жизни. Третье тело, это название его в эзотерике, зеркало тела. Четвертое называется носитель желаний. И пятое тело разума. Вот эти пять тел, которые составляют конструкцию, или которые имеет человек, не закончивший свой эволюционный цикл развития, ману-мыслитель. Далее, для упрощения изложения, свое знакомство с эзотерическим представлением человека мы начнем именно с ману-мыслителя. Нам будет потом проще понять конструкцию развитого человека, семеричного. Итак, первое тело, которое мы все с вами знаем от рождения в этом мире, которое мы лелеем, лечим, бережем, называется вещественным телом, потому что оно целиком состоит
из частиц вещества. Мы можем его исследовать с помощью разных приборов. Мы прекрасно осведомлены о его конструкции. Но мы до сих пор не знаем самого главного. Почему это тело живое? Почему именно такой набор частиц сложил это конкретное тело? Что заставляет эти частицы работать в таком синхронном режиме и обеспечивать жизнедеятельность? Ведь их миллиарды, миллиарды миллиардов. Если в общем рассматривать это тело, то оно состоит из мягких тканей, которые мы называем мышцами, скелета, который составлен из костей, системы жизнеобеспечения, которую мы называем нервной системой, кровеносной и эндокринной системой, и другими. И как венец всего, наш мозг. Кстати, какую функцию выполняет мозг в нашем теле, мы до сих пор не можем этого определить. Но оптимистически надеемся на то, что мозг всему голова. А исследования функций нашего тела дали нам возможность сделать некоторые выводы о назначении и работе отдельных его систем. Так основу и форму всей конструкции придают кости, объединенные в скелет. С точки зрения механики, это отлично продуманная система рычагов, взаимодействие которых позволяет нам выполнять движения. Для облегчения этого движения сочленение костей выполнено в виде суставов, наполненных специальной смазкой. На этот скелет крепятся мягкие ткани, которые состоят из мышц и специального защитного покрытия, которое мы называем кожей, и жировых тканей, придающих всему телу округлые красивые формы, одновременно выполняющие функции теплового барьера. Мышцы выполняют роль двигателей и обеспечивают костным рычагам движение. Кроме того, мышцы удерживают весь скелет в определенном положении, придавая ему привычную для нас форму. В нашем теле всегда работают какие-то группы мышц. Нет такого промежутка времени, когда бы хотя какая-то из наших мышц не работала. Мы все знаем, что сердечные мышцы, дыхательные мышцы работают всегда, безостановочно, независимо от нашей. Отдыхаем, спим мы, бодрствуем. Вся эта конструкция пронизана кровеносными сосудами, по которым постоянно прокачивается специальный раствор, созданный на основе железа, выполняющий доставку необходимых веществ и вывод продуктов их распада. Этот раствор мы называем кровью. Свой красный цвет она приобрела благодаря железу, выполняющему функции окислителя. Параллельно существует эндокринная система, которая не имеет своих собственных каналов для транспортировки отдельных веществ, выполняющих роль регуляторов жизнедеятельности организма. Для этого используется все та же кровь. Но современные исследования и исследователи выделяют ее в отдельную систему, подразумевая этим ее специфические функции. Регулятором и контролирующим органом всех этих систем и организма в целом выступает нервная система, которая имеет специфическое строение, начиная с отдельно взятой клетки и всех тех конструкций, которые она составляет. Особыми проводниками сигналов этой системы пронизан весь наш организм. Поэтому нервной системе подконтрольна вся жизнедеятельность вещественного тела. А анализирующим и управляющим центром для нее, для нервной системы, служит собрание огромного числа нервных клеток, которые мы называем спинным мозгом. Кроме описанных систем,
и конструктивных частей человек имеет особый вид вещества, как я уже сказал, который, кстати, имеют только человек и представители высших животных. Это мозг. Сейчас мы ему приписываем многие функции, но до конца механизм и принципы работы этого органа человеческого нам неизвестны. А сейчас мы можем констатировать только тот факт, что мозг – это некий особый вид живого вещества. Изложенные сейчас конспективно факты, которые общеизвестны, и я их привел только для того, чтобы показать о жизни как таковой и поставить один единственный вопрос. А почему, собственно, такая сложная конструкция, как наше вещественное тело, функционирует? Что заставляет ее это делать? Но, к большому сожалению, на этот вопрос не сможет и не дает ответа ни одна научная дисциплина. А именно с этого вопроса, ответа на этот вопрос, и начинается различные домыслы, вымыслы и все, что связано с нагромождением всевозможных теорий и выдумок. Чтобы как-то нам разобраться с эзотерической точки зрения в этом вопросе, мы вынуждены будем рассмотреть работу первичной структуры живой ткани, которая называется клетка. Но на этом мы эту часть лекции о человеке закончим и продолжим ее в следующем рассказе о функционировании живой ткани как таковой. Хотя мы не рассмотрели полностью вещественное тело, но весь смысл эзотерического представления заключается именно в этом вопросе о функционировании как таковой жизни в этом теле. Поэтому следующий рассказ будет именно об этом. Thank you.